Всем привет! Сегодня мы будем снимать вот такие солнцезащитные шторы с окна. Наверное, многие сталкиваются с такой проблемой. Сейчас наступил сезон, когда их нужно сменить. Дело происходит сейчас на лоджии. В квартире, конечно же, у меня такой проблемы нету, но здесь иногда зимой могли что-то прислонить, и значит, она прилипла, еще и солнечная сторона, к самому стеклу. Эту часть я уже подготовил, как бы мелочь совсем я уже содрал. Ничего эту пленку не берет. Почему? Потому что она состоит из очень стойкого химического материала славсана. Или правильно назвать полиэтилен терафталат. Сейчас мы ее всю собьем. Как вы могли увидеть, на фоне у меня стоит шуманит. Это израильский препарат, который удаляет жир с печей, с вытяжек. И стоит обезжириватель. Ну, обезжириватель это не убирает, зато убирает, сейчас фокус наберется, вот этот оставшийся клей от скотча. Вот, с этим можно... Здесь я внизу уже подготовил. То есть все, что вот эта вот мелочь отдирается, отдирайте руками. Вот. А то, что не отдирается, брызгом шуманитом через 30 секунд простой салфеточкой удаляем. Сейчас продемонстрирую. Не пробуйте никакие растворители, потому что даже в природе пакеты не разлагаются никогда. В этом сейчас большая проблема экологии. Уже во многих странах отказываются от пакетов, переходят на бумажные пакеты, на матерчатые сумочки всякие. Ну, практически вот уже удалил. Шуманит стоит в районе 500 рублей. Удовольствие не дешевое, но он вам пригодится не только в этом деле, а также помыть печку. Сейчас, так вот. Как видите, все чистенько уже стало. Без особых усилий. Так, ну сейчас фокус наведется. Я вам продемонстрирую, на что способен обезжириватель. Который можно купить в любом практически автомагазине. У него только салфеточки закончились. Видите, он удаляет весь вот этот клей. В дальнейшем, чтобы такого не произошло, я вам сейчас расскажу, как правильно клеить эти блестяшки. И покажу. Пойдемте в квартиру. Те окошки, которые открываются, я клею снаружи. Прямо на раму. Вот по уголкам. Никуда они не денутся. И дело в том, что в чем преимущество такой клейки? В том, что стекло летом, даже в жару, будет прохладное. Вот, допустим, рядом окошко, оно мне открывается. Высоты я боюсь, поэтому наклеиваю внутри, тоже на раму. Вот видите, здесь по уголкам на раму. Ни в коем случае не на стекло, чтобы она, пленка не докасалась до стекла. С другой стороны, вот оказалось еще жестче. Вот это вот первое я, конечно, убрал с помощью ножа. Вот эти мелочь, которая поприлипла, пылесосом простым снял. Ну а сейчас шуманитом. Мгновение ока. Раз, раз. Все снимает. Вот практически. Видите? 2 минуты я затратил на это стекло. Ну и вот поклеил новые. Это окошко пока не стало, еще не слишком жарко. Ну вот как-то так. Всем удачи, пока.